Я говорю, что я не имею информации на то, что лучше выходить или нет, но думаю, что пока что небезопасно покидать зал. И в этот момент в зал врываются люди с автоматами, то есть и начинают пальбу по всем. И я не хотела бы не увидеть того, что они делали, ни их самих, потому что я и так слышала и крики людей, и слезы, и все эти ужасные звуки. Вот. Я просто поняла, что нет никакой просто надобности больше находиться в зале. Точнее, даже не надобности, а просто надо выходить сейчас же.